первую очередь учтут мнение глав районов. Минтранс готовит документы для нового конкурса по межмуниципальным перевозкам. Поиск инвестора завершен. Совладельцем агропредприятия «Телец» стал Александр Репин. За месяц в Прикамье почти на 0,5% подорожал бензин. Данные выше в 2 раза, чем в целом по России. Главные новости на РБК Пермь. В студии Станислав Загайнов. Добрый вечер. Пожелания перевозчиков будут учтены в последнюю очередь при составлении документации для конкурса на право перевозок по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам. Краевой Минтранс намерен прежде всего прислушаться к главам районов, рассказал телеканалу глава ведомства. Мотивируя это тем, что руководители территории прекрасно осведомлены, какие маршруты работают хорошо, а какие плохо. По словам Алмаза Закиева, лотов на этот раз будет не 6, а чуть больше. Однако свою идеологию в этом вопросе ведомство менять не собирается. Краевые власти не намерены торопиться и с объявлением нового конкурса, так как документ требует тщательной проработки. При этом в Минтрансе заверили, что специалисты постараются успеть закончить работу в этом году. Даже несмотря на то, что ведомство сейчас в судебных тяжбах с перевозчиками, иски к министерству подали несколько предпринимателей. Прежде всего, мнение местных властей мы будем выслушивать в первую очередь. Хотя, конечно, мнение перевозчиков, они будут учитываться, но в последнюю очередь. Конечно, мы ограничены по времени, то есть отсутствие свидетельств это не улучшает ситуацию на рынке автобусных перевозок. Но тем не менее, тут понимаете, если мы поторопимся, то мы опять сделаем плохую конкурсную документацию. Сами перевозчики говорят, что разработчики документа ни разу с ними не встретились, в том числе и на заседании общественного совета при УФАС, куда приглашали представителей Минтранса. В августе антимонопольная служба признала обоснованным 6 из 9 поступивших жалоб от перевозчиков на объявленный Минтрансом конкурс и аннулировала торги по всем 6 лотам, усмотрев нарушение закона о защите конкуренции. Деление более 200 маршрутов на крупные лоты фактически исключало возможность участия в торгах малого бизнеса. Новый совладелец «Тельца» Александр Репин готов выкупить долги агропредприятий у одного из кредиторов за 200 миллионов рублей. Об этом нашему телеканалу сообщил сам глава холдинга «Сатурнер». По словам Александра Репина, войдет ли кунгурский мясоперерабатывающий завод в стадию банкротства или нет, будет зависеть от действий кредиторов и налоговой службы. На сегодня долги предприятия перед банком ВТБ составляют 260 миллионов рублей. Сейчас холдингу «Сатурнер» принадлежит 51% долей мясоперерабатывающего завода «Телец». В случае, если договоренности по дальнейшей работе будут достигнуты, планируется подключить к процессу восстановления производства уже имеющиеся мощности агропредприятия «Русь», также принадлежащие «Сатурнер». Сегодня первая задача – восстановить производство в объемном виде «Тельца». Это, грубо говоря, они выпускали 25 тонн в день. То есть встать опять на этот уровень, потому что у них сократилось производство до 8 тонн в день. Второе. На следующий год мы достроим, и здесь проинвестируем деньги, в ферму. То есть получим несколько рентабельных хозяйств. По словам Александра Репина, восстановление объемов производства займет 1-2 месяца. Вопрос наращивания выпуска мясной продукции пока остается открытым. Эксперты считают, что курс доллара к концу недели останется на текущем уровне и будет стоить около 64 рублей. Повлиять на него могут результаты встречи представителей нефтедобывающих стран в Алжире. Она состоится в среду. Пока доллар упал в цене на 46 копеек. Завтра американская валюта будет стоить 63,69. Евро упал в цене на 42 копейки. Курс на среду 71,64. Стоимость моторного топлива в Прикамье за последний месяц лета выросла почти на 0,5%. Данные фиксирует Росстат. При этом в целом по России рост ниже всего 0,2%. 80-й бензин подорожал на 0,2%. Самый большой рост показал 95-й и 92-й бензин. Более 0,5%. Незначительно выросло в цене и дизельное топливо. Рост составил 0,14%. Скачок стоимости топлива может произойти в начале следующего года, предполагают эксперты. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял о намерении правительства повысить налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Параллельно ФАС предложил ввести в стране систему гибкого акциза на топливо, который может меняться ежемесячно. Сегодня размер акциза меняется непредсказуемо. Он должен быть привязан к конъюнктуре рынка, уверены в ведомстве. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте perm.rbc.ru. До встречи. РБК Пермь. Ракурс.
Национальные парки. Инструмент привлечения туристов. Сегодня в 19:35.